лирическое вам спасибо огромное. И еще одна песня в мажоре. На этот раз свой мажор, что характерно. Я не только один аккорд знаю. Арфа, нет, возьмите губы. Арфа потом еще будет, конечно. Ну просто как-то странно, понимаете, вот это вот про ежика играть фламенко на арфе, я до этого еще не дошла. Чтобы я там себя писала. Не вижу. Ну, все понятно. Эта песня тоже, на самом деле, требует хорового подпевания, на этот раз по-английски. Это такая очень неполиткорректная песня. Помнится, как-то раз в клубе «Форпост» было дело. Сыграла там группа «Мельница концерт» в клубе «Форпост», знаете, вот на 100 человек, все очень хорошо. А потом в баре давали сосиски. Это было очень важно. Очень важный такой момент, там наливали пиво и давали сосиски с кетчупом. И как раз мы все там собрались, и Миша с Тай были, еще ряд джентльменов, вот которые там на заду ошиваются, вот все. Были, конечно же, традиционненько. И муж мой Джеймс, который очень приличный в те времена был, человек очень приличный. Худенький, не для... в Москве питался под нужным кормом, совершенно весь отощался, костюм на нем висел. Он был очень вежлив, он... Весь, понимаете, понимал, что он такой, блин, дипломат. Он дипломат, он должен быть очень вежливым и очень политкорректным. И тут мы затянули... Мы затянули негласный гимн Ирландской республиканской армии. И весь вот этот вот воск с него абсолютно тут же слетел. Он так, опа! И принялся подпевать. И тут я поняла, наш человек. Так вот. Tell me, Shana, Farrell, tell me why you hurry so. Hush, my woman, hush and listen, and these chiefs are all little low. I bear orders from the captain, make you ready quick and soon. With your pikes upon your shoulder and the rising of the moon. Thank you.
ever seen.